Анализы, которые нужно сдать каждому. Витамины. Здесь у нас D3, B9 и B12. Дефициты этих витаминов не позволят нам жить полноценной жизнью. И привет, слабость, усталость, апатия, анемия и так далее. Глюкоза и инсулин. Вовремя выявленный преддиабет, то есть инсулинорезистентность, это наша подушка безопасности от развития сахарного диабета и его осложнений – инсульта, инфаркта и слепоты. Гормоны щитовидной железы – это ТТГ, Т3, Т4 и антитела к ТПО. Щитовидная железа – это королева нашего с вами метаболизма и виновница состояния унылой субстанции коричневого цвета. Общий белок и альбумин. Это строительный материал для всех органов и систем. Если вы хотите красивые волосы, кожу, ногти, суставы, обязательно следите за этими товарищами. Холестерин и его фракции – липопротеины высокой плотности, низкой плотности, триглицериды – это профилактика атеросклероза, а значит страшных заболеваний, таких как инсульты, инфаркты и желчекаменная болезнь. Общий анализ крови – это наши с вами базовые знания про организм, в том числе вовремя выявленная анемия, нарушение свертываемости крови и воспалительные процессы. И помните, предупредить всегда легче, чем лечить. А референсные значения анализов ищите в описании к этому видео.